В США заметно снизился уровень продажи автомобилей. Эксперты связывают это с небывалой холодной и снежной погодой на большей части территории страны. Снижение показателей наблюдается практически во всех ведущих автомобильных корпорациях. Но, по словам специалистов, это сезонное явление. Отмечу, что спрос на авто повышенной проходимости, вроде джипов и пикапов, остался неизменным.